А допустим, когда вот я работал на заводе, да, работал на заводе, и там вот получали эти тридцашку, и вот в курилке собираются, и начинается вот это нытье, блядь. Вот тот там квартиру купил, тот там, блядь, машину купил, то пятое, то десятое. Там были люди, да, которые крутились, у жены там был какой-то бизнес, они помогали, а сами работали на заводе, чтобы выработать вот эту сетку горячую. Ну и на заводе, говорю, кто-то работал по шестому разряду, они неплохо получали, только они не понимали, что, блядь, увольняясь с завода, они просто себя похоронят. Там реально, кто работал на заводе долго, уходили на пенсию, и через 2 месяца висел некролог. Ну это пизда, реально пизда. В этой курилке, вот, я говорю, я всегда людям говорил, смотрите, мы здесь работаем. Я говорю, то, что хорошо работала лошадь, она не стала, блядь, через год, нахуй, председателем колхоза, так и вы здесь. Как бы вы ни хорошо не въебывали, не старались себя проявить. То есть, знаешь, вот, допустим, положено сделать тебе, переработать тонну металла, а ты 2 сделал. Я всегда говорю, вы ебанутые. Сегодня это рекорд, завтра это норма, нахуй вы жопу рвете. Я говорю, мы здесь работаем, люди за забором, они зарабатывают. Если вы хотите зарабатывать, вы пиздуйте за забор и там зарабатывайте. На заводе работают ленивые люди, ленивые, которые пришли, которые, блядь, к 8 утра бегут на эту смену, блядь, пиздец, сломя голову, потом приходят и начинается чаепитие, пиздобольство, хуёрство, потом надо же еще поработать, блядь, процесс, он должен идти, нахуй, ты должен наебать, чтобы это быстро все сделать. Ну это просто полнейшее распиздяйство, реально распиздяйство. И я, говорю, вот, проработав на этом заводе столько лет, я реально просто отупел. Я реально отупел, нахуй. Что твои мозги, они просто в калачик вот так вот сваливают, и ты приходишь, и утром читаешь задание, тебе надо сделать то, то и это. Все ты сделал, на этом у тебя жизнь удалась, и 5-20 ты получаешь аванс и получку. Все. Ты не получишь больше. Ты получишь только пиздюлей, если не сделаешь. И, как говорится, наступает тот момент, что действительно ты начинаешь осознавать, как говорится, там, как кризис среднего возраста. Что, блядь, ты, блядь, имея 2 диплома, ты стоишь, блядь, и какой-то там лопатой машешь, блядь, мешки какие-то грузишь, блядь, или еще что-нибудь, блядь. Ну, понимаешь, а нахуй ты учился-то? Нахуя ты учился?